Ребят, смотрите, что я придумал. Кстати, прикольный сид. Тут деревня. Тут... О, торговец. В любой жопе найдет. А, ой. А, тут есть портал. Короче, придумал тир. Просто вот так ты не откроешь, потому что тут барьер. Да. А, нужно выстрелить и попасть в центр. И тогда откроется. Можно забрать приз. И снова ты не заберешь. Если попадешь куда-то мимо, не откроется. Если попадешь реально мимо, не попадешь. Ой, да. Попадешь в центр. Я не попал в центр. Попадешь в центр. Механизм тут очень простой. Когда ты попадаешь в мишень, вот. Блин. Когда ты в мишень попадаешь, то срабатывает поршень, и он выдвигается сюда. Где, ну, как бы, вот этот блок, он вон... Вон там. Короче, вот этот блок, он заменяется на воздух. То есть там был барьер. И когда поршень возвращается, вот когда он возвращается, он активирует этот командный блок и ставится вон туда барьер снова. Когда ты попадаешь в мишень, то вот сюда он идет и ставится, ой, уничтожается блок. Если ты попадешь в центр, то если ты в центр попадешь, то до поршня все-таки дойдет этот. До поршня дойдет редстоун, а если попадешь не в центр, то не дойдет. Центр попал. Если я сделаю вот так. Как? Если удлинять, то не получится. Да, не доходит. Ну тогда ладно. Если попадешь не в центр, то не дойдет. Все. Очень простой механизм. Но, конечно же, это лучше на картах использовать. Ну и можно что-нибудь еще придумать, чтобы нельзя было счастливить. Просто, например, поставить сундук куда-нибудь вот сюда. А вот здесь сделать стенку, чтобы нельзя было подойти и выстрелить. Просто поставить как-нибудь вот так вот блоки. Он даже там все говорит. Как-нибудь вот... Ой, блин. Как-нибудь вот так вот поставить. Так, и стрелять. В принципе, очень простой механизм. Конечно, лучше можно сделать просто с редстоуном, но здесь ты тогда по-любому его не откроешь в выживании. Только если стенки сломать. Но их можно из бедрока сделать, и внутри тоже как бы коробку из бедрока. И все. Или из тех же командных блоков. Я гений!